не спрятаться тут. Отлично. А, у меня мясо черное, да, я... 30 секунд надо подождать, это типа время, чтобы... Не за кого заходить? За пропу. За хантер. За пропу, кинешь хантер. Ну и почему? О, шутган. О. А знаю, ты бочка. Да. Не бочка, ладно. Ты бочка. Паша нечто другое. Он спрятался как мастер. Ну блин, понимаете, я попутно переписываюсь, так что как-то. Маскировка 80-го левела. Так, ладно, сейчас. А там время, да, идет же? Да, 4 минуты осталось. Тут я 2 минуты угрохаю на переписку. Забей ты на эту переписку. Что ты будешь делать, когда ты будешь за пропом со своей перепиской? Да, спрячусь. Так, Андрей сейчас бегает. Валера, а где он бегает? Рядом со мной? Практически. Да, я слышу. Слышу, у нас там тут. Я знаю, он компьютер. Боевика стреляет. ХП свои тратит просто так. А что, у меня ХП тратится за это? Да. Да. Ну как сразу не могли сказать. Ты как, ты не играл? Нет, я не играл. Окей. Да, уж маскировка точно 80-го, хотя это Андрюшка, да ладно. Я бы тебя уже давно спалил и ебнул. А я вот просто мимо него пробегал? Да. Давай подскажем, Андрюшка. Да, я компьютер. Компьютер. А эта дверь раньше не было. Эта дверь тут всегда была. Я в КС давно не играл. Блядь, Андрей, что ты от меня убежал? Ты тоже играешь? Нет. Я летаю за тобой. Да, Андрюшка, ходи хотя бы рядом со мной, чтобы я слышал шаги. Я вообще знаю, где. Нет, я не скажу. Андрюшка, ну он в том зале. А Валера, можно не говорить? Ну, пусть ищет. Я даже не представляю, чем он может быть. В чем весь соль? В чем вся соль? То, что Паша стоит замаскированно, вот, я не знаю, 80-го уровня, что ли. Замаскировка 80-го. Блядь. Знаешь, и главное, ты так под... Я не знаю, как можно не увидеть просто. Плюс один. Я давно не играл на КС. Понимаешь, если бы ты там стоял к этому переду. Но ты стоишь жопой и... Это не... Это оно? Ладно. Я сдохну проще. Чё хватит пройти? Не буду. А проб не может убить? Нет. Да, а там чё у меня ХП тратится? Потому что ты стреляешь. Так а смысл, чё у меня ХП тратится? А здесь ХП... Два раза стрелишь, всё, ты погиб. Ты проиграл. Да, честно, лучше. Сдохнул. Сказал, чё он не хочет сдыхать? Ну ты не в стену стреляй, а в проб. Ты цветок. А теперь узри, а почему хантер свин? Потом... Он был стульчиком в том зале, где эта хрень. Я бегал с тебя так, я пока поберегись дальше. У меня контуз. Так я стрелял в какой-то стульчик, но... Это был не тот стульчик, да? Вы оп. Все говно! Понимаете, это знать карту? Так, кажется, что... Просто... Я во всех случаях перестреляю все стулья. Ты!
А, ну все чисто. Заебали переписываться. У меня этот чувак пишет про какую-то ачивку. Да, а Паша пишет ком-то чувак про какую-то ачивку. Да, да. Я застрял! Великолепно! Даже тут я буду... Проб? Не проб. Ладно. Даже тут я буду... Валера, вспомни, сколько раз я застрял в ТТТ. Особенно в параше. И что ты пишешь, Валер? Я хуй его знаю. Зачем тот бокс? О, да. Он не хочет сдыхать. А зачем ты бьешь обычный проб? Ищи нас. Да я, понимаешь, я застрял, ты идиот, я застрял. А где ты застрял, Андрюш? Плюс один. Короче, за... Как сказать? Нет, с выстрела вроде как слышу. Вот тут, блядь, такое помещение, где такие мини-офисы. Да знаете еще, когда вот контртеррористы... О, Валер, привет! Друзья, ты кем? Друзья, ты где стоял? Там, где куча этих хрени было. Пацаны, ну там придите и убейте. А где, кстати? Я, короче... Я вот тут вот стоял, вот так вот. Я застрял! Привет, Валер, теперь ты мой брат. А где Андрюха? Короче, как... Я застрял. Я застрял, да. Пашка, Пашка, поднеси мне стульчик, Пашка, дай превратись в стульчик. Я в стуле застрял, иди нахрен. А где ты, Валер? Ну там же проходил, вот в том зале, где ты был в прошлый раз. А, ну можешь как-то переписываться. Стульчик, вон, я вот, кустик, я кустик. Нет, ты, Валер, я не вижу тебя. Да вот он я! А. Кустик! Он стульчик мне подарит. Братья стульчики теперь. Братья стульчики, придите, унесите своего пьяного брата, который меня блочит. Пожалуйста. Я вас умоляю. Если бы мы тебя нашли. Да я говорю, где. С главного входа налево и там такое помещение. Так, Паша, нет. Паша все разгромил. Да пацаны, придите, ну это не смешно. О, привет. Нет! Я застрял! А где он, Пашка? Да. Я плакать буду. Ну короче, где там выход есть, вот он тут где-то. О, привет, привет! Не стреляй! Ладно, ладно. Валер, ты где? Я тебе пойду покажу сейчас. Я на базе КТ. Ты что-то там потерял. Валер, тут поднимайся ко мне. Он в офисе? Да, он в офисе. Только в другом ты... офисе, не в тех, которых мы спрятаны. Валер, сзади тебя. Так пропы еще и ищут. Андрюшка. Пропы ищут хантов, которые застряли. Идем. Я буду бочкой. Не смешно, пацаны, ну не смешно. Пошли, Валер. Вот так. Иду. Не я туда хотел... пошли. Осталось 15 секунд, вряд ли мы его успеем найти. Да, Паша, ты меня уже находил. А я-то нашел, Валерий, показать. Я заблудился тут. Как можно заблудиться в офисе? Мы не в офисе, мы на базе КТ. О, этот играет в магичку. Он сказал, что... О, я слышу, о, я его вижу. Андрей, где ты? Только ты мог так сделать. Ну да, только... О. Все, теперь Андрюшка прячется, да. Ждем. Валер, как думаешь, где он запрячется? А как поставить, чтобы не двигаться? Просто мышкой отрегулируй. Как тебе удобно и как будет беспалевно все. Где, а что нажать, чтобы... Ладно. На Е нажать, чтобы превратиться. Я превратился. Если это просто мастер упорта, с ним быстро найдете. Ну что, пошли, Валер, искать. Идем. Любом в какой-нибудь заднице. Да, я мистер Беспалевный, даже 9000 с ним. Надо смотреть, Валер, каждую дырку. Так, я...
Нет, там нет его. Это Андрей. Ты нашел его? Нет. А что ты стреляешь? Просто так. Ага! И кем он был? Валер, ты его нашел? Нет. Нет, это кресло так и было. Просто все разворачивай. Зачем ты там все взрываешь? Зачем? Где он запрятался? Даже... Это просто смешно, даже такая нелогичность, типа. Да. Я пойду на базе КТ посмотрю. Да хули ты такой титан, блядь! Так вы же мастер, вы же мастер и хантер, вы меня нашли быстро. Это Валера мастер хантер. Да хули ты такой титан, мудак, блядь. Андрей, сколько у тебя хп? 27. Валер, где ты его нашел? Подожди, я... Если что, ты не меня бьешь. Я бью... Ты куда хуйню бьешь? Я бью вот это... Я бью кресло, но хп мне не отнимается. Иди. Этого кресла здесь не было. Нет, нет, Валера. Не надо, ну не стукай. Я тебя спалил. Валера, где он? Да хрен его знает. Я просто в конце раунда буду дико ржать, если я выживу. Ну ты выживешь, потому что мы тебя хрен найдем. А по-любому я тут попался. Такая нелогичность просто. Мы, наверное, даже не проходили рядом где-то был. Проходили! Да, не вышло, пиздишь что-то. Ну вот где он может сидеть? Он будет упор. Мастер упоротости. Да вы упоротые люди, господи, если нет. Ну, додумались! Валер, кем он был? Компьютера, два монитора. Интересно. Я туда не смотрел, вот и все. Три компьютера, два монитора. Странно. Пробежали вы меня несколько раз. Просто жесть. Хорошо, на кого-то он потише. Да, знаешь? Пожрать. Хорошо. По-моему, я только два сожрал. У меня утром маскировка 80-х. Ничего необычного. Чего? Ну принесись вилка, пожалуйста. Спасибо. Не.
Спасибо, мамочка. Спасибо! Это обратно. Ну это что? Да я как-то боюсь идти в тот офис, где я застрял в тот раз. Как думаешь, Валер, найдет ли нас Андрюшка? Найдет. Прыгать сюда я больше не собираюсь. Ничего необычного, Андрей. Ничего. А что там было, Паш? Ты таким был? Шитель под... Я тоже под столом спрятался. По-нормальному, что ли, не могу спрятаться. Так, а ты... Маскировка 80 левел, Валер. Мега беспалевность, вообще незаметна разница. Шурупы стоит. Подожди, ты можешь... Ты можешь сказать, Андрей сейчас рядом или далеко? Да уже идет к тебе. Он рядом прошел, ну ты видел. Андрюх, ничего необычного не видишь тут? А вот нахуя ты меня паришь? Да я тебя не палю. А, не палю. Пускай посмотрит. Ультрамаскировка. Молодец. Нет, нет, не стреляй моего собрата. Ты ему сейчас намекнул, кто ты. Теперь он все обстреляет. У Андрюшки, стой, Андрюшка, посмотри, сколько у тебя хп. У него 65 хп еще. Нет, я тебя живу, не дамся. Нет, Валер. Нет, не дамся. Андрюшка понял. Вот нахер ты меня спалил. Ну а что такое? Спалил. Теперь я тебя тоже буду палить. Да ладно, Валер, ничего страшного, я не палил, я намекнул. Я тоже буду слегка намекать. Чисто слегка. Да ладно, Валер, один раз только. Вот я тоже один раз тебя спалю. Выходи, Андрей, на честный бой. Так, Андрюшкин, где ты? Выходи. Иди нахуй. Спите нас! Спите нас! Вот он, Андрей. Я разграмлю это все. Так, смотри обязательно под столом, а то он может воспользоваться моей тактикой. Вот он, нет. Или это? Разгромим его, начнём. Ту фигню, которой он является. Да его тут нету. Андрюха как-то странно молчит. Сдохни ты, стрим. Вау. Ну, во-первых, это был телефон, во-вторых, светился его ник. Ты не заметил, что в мусорке сидел? Он был обычным маленьким телефончиком. Ладно, я ушел, всем пока. Ну, Валер, не надо. Не надо, Тёма, вот.
Нет, 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 нет.